Меня нет ни хрена. О! Гранаты! Гранаты! Вот это жесть. Слушайте, у меня гранаты бесконечные. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем веселиться Far Cry 3 на нашем чудесном архипелаге островов. Что же, на этот раз нас ждет новая порция разных дополнительных миссий, и начнем мы с первой миссии, которая... Оп, секундочку, вот так вот, вот наша карта. С миссии испытания ракет, которая находится поблизости. Совсем близко от нас, поэтому садимся в машинку и отправляемся прямо туда, не отлагая. Недалеко нам тут ехать, поэтому не расслабляемся. Так, может, я не ту дорогу? Свинья, кабан, кабан, свинья. Так, не сбили, не сбили, все, все в порядке, все в порядке, едем. Едем, все окей. Ух ты, сколько там машин, глядите, одна стоит. Еще две куда-то едут. Мы вообще туда едем. Ручник, останови меня в моем пути. Итак, куда мы уже едем-то? Куда мы заехали-то? А, ну, прямо перед нами оно. Собственно... О-оу. О-оу. Так, ничего. Ничего, все в порядке. Все в порядке. Я еще контролирую ситуацию. Контролирую ситуацию. Где мы находимся? Все, кажется, мы приехали. Ладно. Ничего, кто-нибудь заберет ее. Хотя вроде здесь даже и Брод был. Ладно, Джейсону Броуди Брод не нужен. Такс. Ой, ё, там змея. Отвали от меня, злая змея. Или варан. Кто их знает, кто там может. Кто там может таиться. Ну что же, Вект, побью я твой рекорд? Или не побью? Посмотрим. Погнали. Что же будет интересного в этом испытании ракет? Узнаем мы, узнаем сейчас. Убейте как можно больше врагов с предоставленным оружием. Ну, это понятно. Итак. В общем... А что у нас? Подождите. С какого, блин, оружия-то? У меня нет нифига. Не понял. Не из джипа ли? В общем, ладно. В общем, ладно. Так, отлично. Где предоставленное оружие? Я так и не понял. У меня нет ни хрена. О! Гранаты! Гранаты! Вот это жесть. Слушайте, у меня гранаты бесконечные. Давайте веселиться, ребятки. Граната! Конечно, граната. Ну что? А ты как думал? Блин, просто жестко. Я устрою вам гранатный ад, сосунки. Куда ты бежишь? Куда ты убегаешь, парень? Ох, я не могу, это жестко. Слушайте, и что я должен с гранаты подорвать эту? Вертолет, что ли? Охренели, что ли? О, получилось. Блин, жестко. Ладно, где остальные? Где остальные? Премия за время мне давайте. Там им на капот. Вот это жестко. Там еще время, время, время. Так, где-то тут еще. Здесь один. Здесь один. Там еще один. Блин, потешно. Потешно, конечно. Ничего не могу сказать. Вот это клево, слушай. Бум! Блин, класс. Они едут и едут, слушайте. Едут и едут. Просто превосходно. Только бы не передержать гранату. Прекрасно. Чего? Вы еще живы? Вы еще живы? Какого хрена вы еще живы? Я не понимаю. Бум! Премия за время. Отлично. Продолжаем дальше. Граната, берегись. Граната, берегись. Да, гранаты, берегись, что делать? Надо же мне как-то вас убивать. Просто жестко. Блин, слушайте, шикарно. Да, это просто чудесная миссия.
Чудесная заданица. Еще один. Все, кончилось у меня время. Сколько я набрал? 147 257 игроков участвовали в этом испытании. 370. Хо-хо-хо. Всех побил. Ваш лучший результат. Ладно, отлично, отлично. Правда, сначала не очень разобрался, пришлось убивать ножиком. Не, ну классно, классно. Особенно вертики подрывать с гранаты. Да, это профессионализм. Подрывать вертики с гранаты. Так, посмотрим, куда мы отправимся дальше. Судя по нашей карте, нам надо бы отправиться на задание сброс припасов. Но я тогда сначала отправлюсь вот сюда, под названием «После 12». Я не знаю, что это. Это какой-то аванпост или что-то типа того. Кого же нам придется охотиться? Пойдемте посмотрим, кого нам придется охотиться здесь. Ну, я не думаю, что на кого-то сложного, но начнем с охоты. Посмотрим. Местному чудильнику нужен желтозубый казуар. Убейте зверя из предоставленной снайперской винтовки. Ха, не нужна мне ваша снайперская винтовка, у меня своя есть. Шикарная. Так, возьмем машинку, вот здесь вот рядом она у нас есть. И подъедем, все же быстрее подъехать, конечно. Что я опять, да? Я опять это хочу сделать. Опять я использую обрыв. Даже я запомню, что обрывы не для этого. Ладно, удерживайте, чтобы толкнуть. Толкнули. Поехали дальше. Не хочу я спускаться. Это же ужасный серпантин. Ужасно долгий серпантин. Воу, меня заносит здесь. Вспоминаю этот Dead Island. Где тоже был такой серпантинчик, я помню. По-моему, в последнем. Где-то, ну не в последнем, а уже под конец, где это был офисы всякие там и прочее. Не, классная игрушка, конечно, мне очень понравилась. Особенно отшибать им головы электрическим своим мачете. Вот это было шикарно. Так, не нужна мне снайперка ваша голимая. Так, где-то здесь у нас зона охоты. Что? Все, что ли? Редкое животное необходимо убить. А я с ним что сделал? Съел, что ли? Видимо, это обычный какой-то казуар, я не знаю. Редкое животное необходимо убить. Наверное, это обычные казуары, да? Как вы считаете? Я тоже так думаю. Но тогда, как я узнаю, что он редкий? А? Ну, наверное, он сам как-то на меня нападет. Или вот он. Все, что ли? А, да, желтозубый казуар. Пойдемте снимем с него шкурку. Желтозубый казуар. У него шея вроде желтая была или что-то типа того. Охота с винтовкой желтозубой. Желтозубый? А, погодите, кажется, мы что-то скрафтить можем. Да, слушайте, давайте-ка большая перевязь. Отлично. Большую перевязь мы сделали. Теперь можем таскать кучу... Че, на меня кто-то нападает, что ли? Да, хрен с ним. Теперь можем таскать много-много всякой снеди. А также канистр для этого. Для огнеметика для нашего. Все пожирающего огнеметика. Так. Воу-воу-воу-воу-воу, дебил! Ай, что с тобой? Ты живой? Парень, какого хрена ты тут делал? Я не знаю, я убил его или не убил. Он что-то кряхтел еще. А, идиот. Это ж надо было вот так вот вылететь в джунглях. Ну видишь, едет Броуди. Ну как ты? А, блин. Чувак, ну как ты так? Ну, передо мной извиняйся, да? Извиняйся перед моей семьей и моими тремя детьми. Да, чувак? О, еще один! Что вы тут делаете? На стуле сидишь посреди дороги? Психи, что? Зачем вы? А! Боже мой, какой-то кабан еще здесь. Кошмар. Все, приехали мы наконец-то. Наконец-то мы приехали. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. Следующая охота. Стая собак поразила бешенство.
Используйте предоставленные РПГ, чтобы избавиться от них. Кажется, мне это нравится. А вам? Предоставленные РПГ, ёлки-палки. Да, это неплохо. Вообще, конечно, неплохо это проходить в начале, когда это доступно. Получить РПГ, как вариант. РПГшка все-таки не на каждом углу валяется, я вам скажу. Так, ну что-то далековато, кстати, ехать. А, нет, все уже приехали. Все приехали, уже мы на место. Что я выкину-то? Ну, давайте подствольник выкину. Так. Я использую... А может быть и это подойдет, слушайте. Ладно, давайте возьмем РПГ. Хрен с подствольником. С РПГ мы давно не бегали. Начиная, по-моему, с самого этого, как его... А, когда под Скриликс выжигали. Бум! Жестко! Пока нас не видят. Удивительно, нас не видят. Мы стреляем с РПГ в мясо вообще. Просто жесть. Бам! Как бы они на нас не накинулись. А то знаете, что будет? Когда они на нас накинутся, мы уже не сможем стрелять, потому что будем стрелять себе под ноги. Так, осталось еще 9. Ходили бы они в стаи, что ли, я не знаю. Да, неплохо бы, конечно, мне животных здесь чуять. Хорошо. Хорошо. О, убегают. Прекрасно, прекрасно. А что еще нужно? Ух ты, сколько мы сразу положили. Отлично. Так, 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 так. У, ничего себе они тут. Ничего себе они тут всех пожрали. Вот это да. Вот это да. Ха, причем они были в клетках, да? Они были в клетках. Кого-то даже уложили в носилки. Молодцы! Кошмар, так, я испугался. Скорей. О боже. Отстаньте от меня. Че, еще двое осталось? Еще двое осталось. Нет, я не запрыгнул. Ух ты, сколько их тут, елки-палки. Сейчас все еще выгорать начнет. Где-то они лают, я слышу. Где-то лают они. Ну, давайте. Я знаю, вы здесь. Ну, камон. Вылезайте, еще двое осталось. Моя РПГ жаждет. Жаждет стрельбы. Смерть. О, вон она. Иди, иди сюда, иди сюда. Бах! Отлично. Последняя осталась. Ну все, выходи. У меня как раз одна ракета на тебя. Да, неплохо бы, конечно, было. А, стоп, вот же она. Yes! Отлично, последняя ракета как раз. А нет, еще одна даже есть, ну прекрасно. 6000 у нас баксов, так что. Знаете, что это значит? Это значит, что мы сейчас заглянем и прикупим чего-нибудь классненького. Обязательно прикупим. О, давайте ракету возьмем. Прекрасно. По максимуму. Вернемся сейчас назад. Надеюсь, я не забыл. Слушайте, эти что за наклейка? Какая-то китайская. Что тут, китайские машины, что ли? Блин, китайцы уже по всему миру. Даже машины их в Far Cry. Специальная китайская машина для Far Cry. Одноразовая машина. Так, стоп. Вот же лагерь мой. Одноразовая машина. Я помню, как в какой-то ММО. А, Silk Road называется, ММОшка. О, там лошади были одноразовые. То есть, используешь лошадь, садишься на нее, ну, скачешь, скачешь, как на маунте. Потом слезаешь, она исчезает. То есть, ну, лошадей нужно было стаками набирать себе. Там 20 стаков лошадей себе набрал. Одноразовые лошади, это клево. Так, посмотрим, что мы купим. Посмотрим, что мы купим. Итак, покупаем мы любимое оружие, какое у нас еще не куплено. Давайте посмотрим. У нас есть тень некупленная, потрошитель и новая пушка дезинтегратор. Ничего себе.
Ну, в принципе, это, по-моему, просто прокачанная версия пушки. У меня уже была такая. Нет, она, конечно, хорошая, и темп огня у нее шикарный. Но потрошитель... Потрошитель так соблазнителен. Я куплю его. Хотел купить себе потрошителя. Купил потрошителя. Так, куда мы его возьмем? Ну, давайте вместо револьверчика его возьмем. Погоняли мы уже с револьверчиком. Хватит, быстрая продажа. Выкидывали всякого хлама. Так. И куда же мы отправимся? Да, у нас здесь еще не... Ух ты, посмотрите. Посмотрите на эту силу. Посмотрите на эту прицельность. Шикарно, шикарно. Давайте возьмем у нас заданица. Почтите традиции ракеты, убейте ножом пирата, засевшего у хижины. Опять убить ножом, как я вас люблю. Как я вас прямо обожаю за убивание ножом. Почтите традиции. Знаете, здесь всю игру, блин, можно почитать традицию, убивая людей. Что за кошмар вообще? Что это? Что это за ужас? Так, ладно, мы уже почти приехали, поэтому я не буду, в принципе, спешить. А у нас есть что-нибудь с глушителем? О, да, у нас есть что-нибудь с глушителем. Итак, хижина у нас где-то там. Да, я думаю залезть вот на этот камушек. Интересно, ночью и днем различаются ли у нас... обзор. Обзор ли различается или не различается? Так, мы видим двоих. О, мы видим снайпера. И еще одного. Этот, по-моему, с бутылками все время шляется. Да, и мы видим еще самого главного. А убивать снайпера нельзя, потому что главный заметит. Можно просто... Нет, мы не можем убить главного, потому что нам его нужно прибить ножом. Слушайте, посмотрите, сколько их здесь, а? Печально, печально. Многовато, конечно, ребят здесь. У нас, конечно, есть снайперка просто чудесная, но их столько много. Можно вообще, конечно, убить вот этого, который внутри. Но мне очень плохо видно ночью прицел. Черное на черном просто сливается. Его хорошо убить, потому что он уже в домике находится. А где снайпер? Снайпер вышел сюда. Конечно, курсируют они не очень удобно, я вам скажу. Вот этот, конечно, стоит такой, прям не при делах. Вообще. Что-то он тут ворует, смотрите-ка, собирает, мусор какой-то разгребает. Так, ладно. Я хочу разобраться вот с этим парнем. Опусти голову. О, черт, я промазал. Есть. Меня пока, конечно, не увидели, но... О, фак! Фух! Ёлки-палки, зарандомил называется, блин. Оу! Если вы хотите купить какое-то оружие, то Бушмен это просто шикарная пушка. Ну что, теперь остался последний парень. Бушмен, ну как вы видите, я просто не особо так прям супер целюсь, да, но в голову она, то ли это рандом такой, то ли это еще что-то такое. Ну-ка давай, давай отвернись, есть. Отвернулся, и да, отлично, парень, ты готов? Ты готов. Так, убили мы его, как советовали нам традиции ракет. Все просто превосходно. А теперь пора вернуться назад. Надоели мне эти традиции их дурацкие. Так, где наша машинка-то? Вот там вот где-то она оставалась. Вот тут вот где-то наша машиночка была. И хотя, подождите, зачем нам машиночка? Мы же уже все сделали. Все сделали. А значит... Нам нужно отправиться куда? Да, нам нужна машиночка, потому что я хочу отправиться на сброс припасов. Конечно, я хочу отправиться на сброс припасов. И до него мы можем, конечно, доехать только на машине, потому что там телепорты все где-то далеко. Очень далеко. Вон опять какой-то парень там шляется по дороге. Ну не шляйтесь вы по дороге. Попадете под Джейсона Броуди.
Он же такой парень, он прям едет, едет, там бах, вы выскакиваете и все, вам крышка. Лучше уж, не знаю, там с крокодилом поразвлекайтесь. Вообще любите с крокодилами развлекаться. Такс, и... О, давайте зелененькое соберем. Явно оно нам пригодится. Что-то давно я не заправлялся, а тут у нас зелень прямо... Прям сама в руки дается. Вон ее сколько здесь. Превосходно, превосходно. Еще с каждого куста по два листа, просто прекрасно. Ну что, погнали? Прокатимся. Привезите медикаменты, да, не вопрос. Поехали, 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 поехали. Так, не стоим, все. Сейчас мост, 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 мост. Отлично, повернули на мост. Все, сейчас, сейчас довезем медикаментики, спасем всех. Всех спасем. Сколько у нас там километров? А, здесь спидометра нету. Ладно. Налево. Я сейчас чувствую, начнем куда-нибудь падать в какую-нибудь бездну, как всегда. Че, любят нас разработчики, блин. Фига себе. Жестко, жестко. Вода. Ё-моё. Блин, не люблю вот на этой тачке ехать, потому что здесь все время какая-нибудь жесть. Че, все что ли? О, довольно быстро. Фу, я чуть не сбил этого идиота. Ты еще постреляй в меня. Жестко, добрались мы, добрались. Так, посмотрим карту. Сверимся еще раз с нашей картой. Куда мы отправимся теперь? Здесь мы все почистили. Все почистили. Что мы еще не делали? Ну, в принципе, у нас еще этот район правый не зачищен. И левый. А, вот, давайте, охота за головами у нас здесь. Сейчас, переключиться надо как-то. Давай, выходи оттуда. Вот так. Дом прибрежного грабителя, отправимся туда. И поохотимся за головами там. Текс. Интересно, смогу ли я здесь полностью по-тихому и всех перекокать? Почтите традиции, бла-бла-бла-бла-бла. Все это мы уже слышали. Вперед. О, кто это там? Какие-то бомжи опять собрались. Давайте машин, как всегда, возьмем. О, это баги. Прекрасно, прекрасно. Баги, это просто отлично. Только бы нам еще как-нибудь наверх заехать. Слышите, как двигатель-то работает? Слышите? О, какой звук прекрасный у нас. Какой чудесный звук. Прямо набирает скорость. Вон, я смотрю, 60 миль в час. Набирает моментально. Просто отличная вещь для путешествий по острову. Ну все, кажется, мы приехали. В этих кустах я и засяду. Засяду в этих кустах. И, как всегда, проведем... Ой-ё! Разведку. Один, второй. Этот какой-то палевный, мы его, наверное, заберем сейчас. В смысле, палевный, то, что он тут ходит. О, кусты, 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 это просто шикарно. Мы можем стоять за кустами, со снайперки всех шугать. Ой, не то, не та кнопка. Так, где камень-то кинуть? Вот, нет, это перезарядка. Где камень? Камень. О, услышал. Слышал, идет, 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 идет. Смотрите, какой он. Я что-то слышу, сэр. Сэр, злодей, я что-то слышу. Опа! Отлично. Свободен. Так, посмотрим еще раз через прицель. Ой, через фотик наш. Чудесный. Почему никого не вижу, кроме этих двоих? Где все остальные? О, а вот и тот, кто нам нужен. Слушайте, он сам к нам в руки идет. Просто сам к нам в руки идет. Просто идет сам к нам в руки. Вы поглядите на это. Ну и все, собственно. Просто клево. Ладно, а теперь... Ну не оставлять же нам здесь пиратов. Ну в самом деле, ребят. Не делай это. Стоп, а где? Стоп. Вот он мой любимый. Вот он мой хороший. Вот они наши пиратики. Че, и все?
И все! И все! Вас тут было-то... Ой, кот наплакал. Ладно. Возвращаемся к нашему баге или нет? Подождите-ка. Еще раз откроем карту, потому что здесь миссию-то мы завершили. Здесь мы миссию завершили. Ну что же, куда мы еще отправимся? Давайте вот здесь вот последнюю миссию сделаем. На этом, я думаю, достаточно. Поохотимся еще раз с ножичком. Ну, конечно, да. Да, и эти миссии, ну, нужно проходить, безусловно, никто не говорит. Так, здесь, где-то здесь карта памяти, вот она. Вот она, драгоценная. Нужно проходить, но... Они, конечно, скучноваты. Но, да, мы их пройдем. Кто-то буйствует, пират буйствует у старых машин. Ух, накажите его. Шлепайте его по попе. Фига себе, где он? Так, видимо, здесь нужно добираться на лодке. Хорошая у нас утречка, просто превосходная. О, прекрасно, слушайте, прекрасная лодка. Поплыли мы. Поплыли. Еще здесь можно было бы этот фонарь включить, было бы вообще классно. А может быть ночью даже и включается, почему нет? Сейчас возле берега пройду, смотрю, где ближе высадится. Пиратиком к этим. А, они еще и не на этом острове, они еще и на другом. Даже что я не вылез. Тут какая-то бухта. Так. Вот, вроде вот здесь вот лучше выйду. Сойду на берег, так сказать. Бум. Ха-ха. Причалили мы. Промочиться немножко придется. Где наш бушмен? Ну, вообще, ладно. Нет, бушмана возьму. Классная. Классная винтовка. Просто классная. Сказать прямо нечего. Винтовка просто супер. Да где же он там буйствует? Ёлки-палки. Задания давали там. Окончание вообще хрен знает где. Сколько к нему можно добираться? А, все. Все, пришли мы наконец-то. Пришли. Наконец-то мы пришли. Итак. Смотрим. Где у нас здесь кто? Пока никого не вижу. Может, в домике никого и нету? Ага, вот вы где, злодеи. Вот вы где спрятались все. Вон вас сколько, ё-моё. Многовато, кстати. А главного я так и не нашел. Главного я так и не вижу. Здесь трава. Трава, конечно, нас... О, еще один какой-то лох. А, так ты... Так это он и есть. Давай уже. Все, где мой пулемет, о боже мой. А, блин. Здесь один. Ой, ой, ё. Слушайте, я от гранаты не взорвался. Ну, Джейсон. Ну, здоровяк. От гранаты не взрывается. В огне не горит, в воде не тонет. Вы поглядите на него. Просто превосходный. Просто превосходный паренек. О, ожерелье с черепом. Мне нравится. Эй, кто там? Кто там? Готов. Давай деньги. Дай мне деньги. Давай деньги. Деньги давай, давай деньги. Привет, ну, друг. Я к чему это говорю-то? Что, например, если во время того, когда они, вот эти, тут свои синенькие, против пиратов борются, если я им помогу, то они мне бабки отвалят. Я не помню сколько, 250, по-моему, долларов. Ты настоящий охотник, Джейсон Броди. Да, ты настоящий охотник, но я тебе ничего не дам. Ну и хрен с тобой. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом я завершаю прохождение еще одной части страстей по Far Cry. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо. И до следующей миссии.